Челябинской области вновь трясет. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Казахстанский национальный центр данных сообщает об активности земной коры на границе с Башкортостаном в Баймакском районе с магнитудой чуть больше 2,5 баллов. А чуть ранее трясло неподалеку от Карталов. 2 месяца назад в поселке Агаповка было землетрясение магнитудой почти в 3 балла. Рядом с Магнитогорском чуть больше 2 баллов. А рядом с поселком Светлогорск почти в 3 балла. Как ранее сообщал челябинский геолог, на стыке 2 огромных геологических плит. Последние 3 года нарастает сейсмическая активность. Но ученые отмечают, что эти толчки недостаточно мощные для того, чтобы люди их заметили. Напомним, ранее в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла. С полок магазинов падали продукты, повреждения получили несколько десятков домов и даже городская больница.